Что меня? Ну так. На память тебя. Да. Дело серьезное, видишь? Да, с картиной хорошей на заднем плане. Прямо. Да. Петрович картина? Конечно, я думаю, да. Кого же Олег Петрович может у себя повесить? Ну, я бы не сказал, ты его как-то, я не знаю, напрасно, по-моему, так. Так любой художник так, Лёш. Ну, нет, нет. В этом их прелесть, понимаешь, они все любят себя исключительно, это нормально. Нет, 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 ну зря ты так говоришь, нет, не думаю. Ну, как исключительно? Нет, ну, это, знаешь, как и в поэзии, в принципе, да, все дружат, но, тем не менее, существует здоровая конкуренция, также и в живописи, все нормально. А это кто его знает? Ничего не знаю. Когда поэта просишь почитать какие-нибудь стихи, он чьи стихи читает? А, разные. Я, например, Гумилева часто читаю, еще Лёш, кого-нибудь, и Пушкина. Ты да ты ну, унику? Не. Не, просто я как-то успокоился на сей счет, знаешь, и все, правда. Ну, это хорошо, но вообще, насколько я знаю, обычно поэт начинает ковыряться в своей памяти, читать что-то свое обязательно. Также художник. У него присловие картины, вылазит исключительно его картины какие-то. Ну, это вот, это немножко грустно. Да это не грустно, на самом деле. Нет. Это человеческий фактор. Человеческий фактор, да, конечно, ничего согласен. Ничего не поделаешь с этим. Согласен. Ты вся в цветах будешь, Саша. Ой, да уж. Ну. Цветы в гаршке, цветы в вазе, цветы в сифоне, где хочешь, понимаешь.